Вас понял. Внутри движения. На позицию. История в наших руках. Поехали. Дмитрий Петренко был героем. Он должен был умереть как герой. Вместо славной гибели в бою за Родину, он умер просто так, как скот на бойне. Жаль, что он уцелел в Берлине. Мой лучший друг умер у меня на глазах. Оман всклипывал. Он сдался. И его можно понять. Оман! Я устал. Скорее бы все кончилось. Ты зря это, Боуман! Черту! Чарли! Боуман, нет! Ты труп, американец! Последний шанс. Играй или умирай. Я тебя не боюсь. Сволочь коммунистическая. Боуман! Боуман! Ах ты, сукин сын! Дальше. Я вас всех перебью! В этот раз, Мейсон. Ты опять. Надо было убить тебя в Воркуте. Ты попался, сукин сын. Ты умрешь со мной. Люди Драговича сгоняют всех, кто есть на острове. Всех ненужных для дальнейшей работы просто казнят. Поскорее, иначе меня тоже убьют. Фридрих Штайнер, тебе конец. Я узнал. Воркута. Ты не знаешь, что с тобой сделали. Мейсон, остановись! Мое зло лишило жизни многих людей. Довольно. Убив меня, вы не остановите Нову.
мне наплевать на эту Нову! Ведь я Виктор Резнов! Нет! И я отомщу. Мейсон, нужно остановить его! Мейсон, что ты делаешь? Он нужен нам живым! Назад, назад, Мейсон! Спасите! Меня зовут Виктор Резнов, и я отомщу. Мейсон, нет! Стал лучшим моим агентом. Насколько все было бы проще. Драгович! Это просто. Я убью тебя. Ты пытался взломать мой мозг. Не вышло. И не знаешь. Пытался заставить меня предать своих. Пытался заставить меня убить своего же президента. Пытался. Давай, Мейсон! Мейсон, сюда!